Освещение на автодороге Апатиты-Тикгуба будет подключено до конца текущего года, заявила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова. На оперативном совещании в правительстве региона она представила губернатору отчет об итогах реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году. И дважды в докладе министра прозвучали Апатиты. Юлия Полиэктова напомнила, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Мурманской области реализуются 3 региональных проекта. Все они направлены на достижение безопасности участников дорожного движения. Результатом выполнения одного из них стало введение в эксплуатацию первого в регионе автоматического пункта весового и габаритного контроля. Он был установлен на 23-м километре автоподъезда к Апатитам. Также в рамках реализации РЕК-проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в этом году решен вопрос с освещением автодороги в Тикгубу. Реализуем 2 контракта жизненного цикла. Это устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тикгуба. Освещение будет подключено до конца года. Что касается национального проекта, то в следующем году, благодаря его ресурсам, в Мурманской области планируется привести в порядок 5 мостовых сооружений и 7 автодорог регионального значения. Внимание апатичан и кировчан при этом будет приковано к масштабной реконструкции транспортной артерии, связывающей 2 наших города.